Нюша, Нюша, ты чего это тут раскричалась? Как чего? Мамочка, разве ты забыла? Сегодня у моей подружки день рождения. Кстати, ты купила для нее подарок? Конечно, купила. Мы же с тобой договаривались. А ты купила куклу? Куклу, куклу. А ну, покажи. Я вчера вечером заснула и так и не успела посмотреть на игрушку. Вот, смотри, Нюша, я купила для твоей подруги набор с куколкой Челси и каруселями. Ух ты, какой красивый наборчик. Моя подружка так обрадуется. Да, я думаю, этот наборчик ей очень понравится. Смотри, какая симпатичная Челси в полосатой майке и разноцветные карусели. Да, у меня будет самый лучший подарок. Ой, Нюшенька, что с тобой? У тебя сопли? Нет, это тебе показалось, мама. Как показалось? А это что такое? Ну-ка, давай уберу. Спасибо. Опять? Нюша, ты что, заболела? Нет, со мной все в порядке. Что-то я тебе не верю. Ну-ка, дай-ка я потрогаю твой лобик. Нюша, мне кажется, у тебя очень высокая температура. А ну-ка, ложись, сейчас это узнаем точно. Минуточку, я принесу градусник. Ой, лишь бы у меня не было температуры, иначе меня мама не пустит на день рождения. Ну-ка, давай-ка проверим. Точно, я так и знала. Все, Нюша, ты останешься дома. Ой, нет, мамочка, а как же день рождения? А как же мой подарок? Придешь к своей подруге, когда выздоровеешь, и вручишь ей свой подарок. А сегодня ты останешься дома и никуда не пойдешь. Эх, ну вот, почему мне так не везет? Подарок не вручу, в игры не поиграю и даже вкусного тортика не поем. Не расстраивайся, Нюша, зато ты никого не заразишь. Давай-ка уберем лишние сопли, вот так, и закапаем твой носик. А сейчас я позвоню твоей подруге и скажу, что ты сегодня не придешь. Алло, Нюшенька заболела, она останется дома. Эх! Они все поняли, Нюша, а теперь ложись, тебе нужно поспать. Нюша, Нюша, смотри, просыпайся. К тебе только что приходила подруга и передала вот этот шоколадный кусочек торта. Ух ты, она про меня не забыла. А как же подарок, мама? Когда я его вручу? Вот как выздоровеешь, так и вручишь. Садись, я тебя покормлю. Друзья, а с вами такое бывало, что вы заболевали в самый неподходящий момент? Если да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.